Премьера на национальном телевидении. Программа «Открытый регион» с Натальей Володиной. Гости студии – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Степанов и директор Республиканского навигационно-информационного центра Евгений Горбунов. Вы узнаете о том, какие информационные услуги для жителей республики появились в сфере транспорта, как можно воспользоваться ими на портале госуслуг, что такое умные остановки и электронный кошелек в маршрутке. Смотрите на национальном телевидении Чувашии в понедельник, 17 ноября в 20 часов 30 минут и слушайте на национальном радио в среду, 19 ноября в 20 часов 30 минут.